Стюарт. С возвращением, Джейсон. Я уже начал забывать о тебе. Рад тебя видеть. Нож у тебя. У меня. Ты вернулся к нам с тем, что потеряно. Он проливал кровь наших предков. Теперь он у нас. И мертвый отомщен. Идем. Все вон. Чего ты хочешь? Спасти друзей. Ты уверен? Я хочу убить вас и Хойта. Когда-то, давным-давно, здесь было озеро с лотосами и чистой водой. Берега его были из мягкого песка. И воздух наполнял аромат цветов. Но под его поверхностью жил великан, поедавший любого, кто подходил к озеру. Воин из Северного царства прознал о великане и поклялся его убить. Он нанес татау на свое тело, взяв силу с земли мертвых. Затем он собрался и пошел по тропе к озеру с лотосами. Великан восстал из его вод, и воин поднял свой кинжал. И ему отсек голову великана от тела. Голова великана упала на землю и стала нашим островом. А потомки того воина стали раки нашим народом. Теперь явился новый гигант. Докажи, что ты достойный. Помоги нам освободить пленных воинов, и я дам тебе силу, которую ты просишь. Хорошо. Тогда до скорой встречи, воин. Стюарт. Джейсон, мы собираемся напасть на конвой с пленными Васа. Какой план? Засада. Твои помощники ждут тебя в Чёрштауне. Им не терпится поработать вместе с тобой. Oh.
надо было взять еду. Одна и та же песня. Надоело уже. Все равно у тебя мозгов не хватит понять. Забудь об этом. Thank you.
Рад тебя видеть, Джейсон. Колонна Васса пройдет здесь. Надо установить взрывчатку, чтобы перекрыть дорогу. Дай мне С-4. О, да. У нас мало времени, Джейсон! Ставь взрывчатку! Подождем. И будем безопасны. Готово! Колонна уже в пути! Да? Эй, Джейсон, это Лиза. Я занят, что там? Хотела сказать, что тут лодка. Когда вернешься? Не знаю. Но ты вернешься? Да. Ладно. До встречи. Они не понимают. Это не пираты. Это вроде не люди, Васа. Помоги себе, Вася! Черт! Это... Хорошо организован. Эти вроде как солдаты. Скучал по мне. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом. В надежде. Черт. На изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том... Окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как... Ты на меня смотришь?
окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том... Ладно. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усёк? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое безумие. О, боже! Пошёл ты! Ему никак не забрать этих воинов. Там, наверное, войны. Тебе не уйти от меня! Считаешь тебя умником, Батлайт, если ты спрятался от меня. Thank you.
Времени мало. Вот тебе! В этом году победила на чемпионате по плаванию. Я тебе говорил, что такое безумие. Джейсон! Деннис! Как это возможно? Тебе везет, мой друг. Кто это сделал? Вас, празднуя твою смерть. Чтобы порадовать Хойта. Я далеко не мертв. Скажи Цитре, я приду. Окей. Сейчас скажу ей! Мне нужно отнять свои вещи у пиратов.
это? Алло. Джейсон, предупреждаю, вас могучий воин, но Хойт как демон. Много Рахим атаковало его остров, выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом Хойт. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь.